guardan lassù. Insieme a te io vestirò, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. Un grande amore mai più grande esisterà. Insieme a te. Parla più piano, vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. Un grande amore mai più grande esisterà. Браво! А какие много пропустила, если честно. Я, когда она приедет, я ей скажу словами великого украинского армянского режиссера Параджанова. Дура ты, дура, что ты приезжала раньше. Как он Саня, благодарю тебя искренне. Я увидел тебя в каком-то новом обличии, которое я раньше никогда не видел. Прикольно, прикольно. Ты знаешь, прикольно, Саша, тебе нужно петь, и это твое место. Серьезно? Ты очень, Саша, очень прикольно, очень душевно. Очень классно. Очень, действительно, с душой получилось. Грация. Пер-де-надо. Как там по-итальянски? Я уже забыл его почти. Прего, да? Или что там говорят? Обычно в Италии. Он был в Италии, даже 2 дня учил итальянский язык. 2 дня. Пакистанцы меня... Не, не пакистанцы. Бангладешцы меня учили. Ты понимаешь, Саня, ты пристал предо мной совершенно в другом обличии, том, которым я тебя никогда не видел. Ты совершенно обворожительный и прекрасен. Потрясающе. Саша, а с Олегом часто ты бываешь знаком десятилетиями. Вроде бы ничего не скрываешь от него, а он тебе потом через 10 лет говорит: ты знаешь, а я не знал, что ты такой. То есть... Иногда бывает. Неожиданно, да? Хотя вроде бы ничего не скрывал. Да, я преподаю. А, вон оно что. Я думаю, что я зазубрю? Ну, я зазубриваю. Тоже ничего, ну, конечно. Оно лучше, когда осознаешь. Я по-польски, правда, понимаю, что я пою. Да, понимаешь? А я все понимаю, что ты говоришь. Все понимаю, да. А я все понимаю, что говоришь, потому что я польский учу сейчас. По учебнику. Это правильная идея. Я буду... Чтобы не вымазаться. Пан мовить по-польски? Мовить. Я... И у нас коррозуми. Я... Добже разумим, но низ с Патрофимом мович. Низ мович не може. Какой смешной язык, господи. Говори, чего ты хочешь, чтобы у него... Снимай Олега, там уже на Олега будет уже смотреть. Ну, тут... Значит, желаю тебе нового дома, много денег и мулатки. Больше. Все мулаток. Ну, сколько захочешь. Еще, чтобы у тебя жизнь продолжалась, несмотря на то, что тебе кажется. Что камни предсказали. Да. И, ну, чтобы у тебя было богатство, и все твои желания исполнялись именно в этом году, и не только в этом, и в следующих. Александру я желаю тоже много денег, нового дома и армянок. Да, ну, да. У нас со священником разный вкус. Ну что ж, спасибо тебе большое. Класс, класс, просто класс. Спасибо, спасибо. Блин. Спасибо. Дзин-дзин-дзон. Джинг-джонг. Дзин-дзин-дзин. А потом, в конце концов, все закончится монголками, я чувствую. Какая разница? Тебе какая? Тебе национальность важна или что? Потрясающе. Яночка сегодня проявилась многопланово. Сказала тост, закрыла в подвале. Сейчас подложим потихоньку. О, я думала, в тебе лес. Да.
Идем сейчас в лес. Нет, пока не пока. Диана. Да. Они Диана. Ида. Горький шоколад у нас. Это Сашка принес, да? Он какой-то особенный. Женя, который... Желтый. Какие в аэропорту продаются. О, ничего себе. Попробуй. Классный. Очень интересно. Да, играем. А вы с ними играли? Захвать дверь, Паша, холодно, блин. Мы тут нагрелись. Дверь закрой, блин. Че, с ума посходи. Закрывать надо, холодно. А вот, говорю, да, можно поиграть сегодня, можно. Алло. Да. На 7 часов, да. А вы с Женей... Это главное, чтобы я по футболу. Полить на улицу, если хотите. У меня есть это самое. Ну, можем еще пойти в лес. Выйти в лес пойти? Там холодно. Ну, мы посмотрим на лес. Еще у меня есть, я скопал штуку, чтобы жарить шашлыки. Даже шашлыки замариновал. А есть еще Наира? А раз, два. А нет. Так, помахайте руками. Это вонявый аквапарк, конечно, но пойдет. Ну, то есть, друзья. Стол. А, нет, все, нет. Сними Сашку. Нет, стаканчик не нужен. Сашка редкий гость в этом доме. Первый раз за всю жизнь я. Серьезно, Саша? Да. Ты первый раз здесь? Да. Блин. А сколько ты уже здесь, Олег? 10, да? Да нет. 4-го года. Больше. 15 лет. Вот тут проходит моя жизнь. Блин, Саня, мы с тобой знакомы. Но ты здесь жил с мамой твоей? Моя мама жила всю жизнь в Житомире. Она здесь была один раз, полдня. Но приехала и сказала, ну ты и хибару себе купил. А как ты ее купил, кстати? Искал. Я искал место, которое я воспитал. Кати заставила. Кати сказала, что она в Житомире жить. Если ты не купишь дом, меня ты больше не увидишь. Ну, она любит ставить ультиматумы. Это срабатывало какой-то период в моей жизни. И, собственно, она была хранительница этого дома, пока здесь жила. Там ее вещи, кстати, вот дофига. Весь этот гардероб, это ее вещей. Там. Я там не знаю, что с ним стало. Я не открывал его. Но... А почему не забирают? Она слегка поменялась у нее фигура. После того, как родилась дочка у нас. Поэтому они уже не нужны, не подходят. Она изменилась вообще. Вот она такая. Она, знаешь, она была прикольная и классная, когда она была... Вот именно, только приехала из Перу и все такое. Ну. Она была как веселая пьяная мулатка. Ну, она не была такая пьяная, конечно, как мулатка. Но она была классная. А сейчас она стала более суровая. Более суровая. Ну вот. Ну, люди меняются с годами, знаешь. Они чувствуют приближение смерти, в конце концов. А что вы думаете? Каждый из нас... Мы живем в мире, где правит смерть. Вот, это нельзя отрицать. Потому что она приближается. Я смотрю, ты так настраиваешь себя, да? То есть, чтоб как бы психологически было полегче, да? Кто знает, что будет дальше. Выпьет сангрию, блядь, споткнется в подолгу в пропасть. Там его рыбы сидят. Может быть. Да. А что, классные были такие... Священник, на самом деле, тоже день рождения, но знаете, что по этому поводу сказал Сержу? Мы с ним прощались вчера, он летал на Бали, и он сказал, жалко, что не могу завтра прийти к тебе, мне так все нравится твой день рождения, там, в этой хижине далеко, я знаю где, под Украиной. Но он сказал, что священнику скажи, что если он не избавляется от вот этого вот пуза, то в любой момент он может умереть. В любой момент. Умереть можно и так, и всякое, так что это не того не застраховано. Ну да. Он нашел. Скільки було? 41 чи 42? 51 було. Чи серце? Ну, серце стало, так. Ну, 51. Ну, що, молодий мужик? Ну, мог би там змінити. Ну, ти можеш теж змінити. Так він був і я могу змінити. Ми всі можемо це змінити, але просто не потрібна сила волі. Мені потрібно похудіти на 25 кілограм. Тебе потрібно похудіти на 50 кілограм. Це сила волі. А цієї сили волі у нас нет. Ми любимо покушати, посидіти з друзями, випити вина. Вот. Я хочу опять потестить. А ты можешь сказать тост Саше? Могу. О, давайте нальем, и теперь малышка скажет тост Саше. Мы пометались. Можно пизилового венца, Олег? Ты мне даже снилось. Да? Да. Вот и вот ты.
Я не знаю почему. Это был странный сон. Ничего не понял. Это шо? А? И что-то снилось? Какое-то... Странные вещи, я бы сказал. Какие? Странные, странные. Но просто почему, я не понял. Вот. Так вот. Расскажешь? Да я не помню уже толком. Но просто помню, что там дырь была. Ты. А я? А ты нет. Не появились пока что. Когда буду? Она даже чертос не сказала. Она скажет. Но сначала ты скажешь, Саша. У него тоже, у него толстого пузика тоже день рождения. Так, наливайся, поручик. Поручик, наливайся. Ржевский, что ли? Конечно. Это кизиловая, да? Да, наливай. Тебе наливай. Себе наливай. Мало осталось, себе наливай. Мне любое. Да. У меня там, блин, полный... Кому еще кизиловая? Мне младка пьет, а все не выпьет. Ну, совсем чуть-чуть. Сволочь. Все, хватит. А толку-то с ее питья? Саша, у тебя есть вино? Наира есть? Вино. Давай тогда. Это оставлю пока. А, нет, тут его уже нету. Да, наливай. Потому что я... Давай бутылку сюда, я буду еще чем-то наполнить. Не каждое твое вино могу пить. Да, они разные. Есть очень хорошие, есть очень плохие. И разным людям разные нравятся. Что не знаю. Вот одни не могут пить, а другие думают, о, какое классное, понимаешь? Это что такое, Олег? Вот это. А, это поверх, это не вино. Это странная вещь. Ладно. Это знаешь, что это такое? Попробуй. Это настойка. У него в друзьях. На вишне. Это такая вещь? Попробуй обязательно. Саша, Алиса. Все? Все. Я вам пришлю ссылку на Юрия до конца. Подойдет для себя уже будет. Паша, если ты это попробуешь, я думаю, тебе понравится. Окей, ладно. Кстати, на Юрия надо меня налить, я думаю, ей точно понравится. Ты тост будешь говорить, Диана? Да, Диана, тебе будет говорить тост для священника. Вот. Вот я бы, если бы не видел, я бы никогда, ну, я бы не подумал, что могут быть такие дети? Большие ресницы. Огромные. Диана. Диана, если бы я не видел вот сейчас их, я бы не подумал. Диана это такой. Не поверил, что могут такие бы. Давай, Диана, скажи этому мерзавцу что-нибудь, у него тоже день рождения. Ему... И тем более еще 33 года, его пора распинать. Желаю, чтобы у тебя было все хорошо, чтобы ты был красавчик, чтобы у тебя была женщина любимая. А лучше две. А почему две? Сразу. Он же в окне. Хочу, чтобы у тебя дом был, чтобы у тебя шаста была. Чтобы у тебя как хорошая семья была. Да, вот это важно. Чтоб ты доктор жир. И у тебя друзей была куча. Все у тебя из 7 годов, чтоб были веселые, хорошие, любимые. Ну где будет жить? Ой, ова! Просто бомба. Да, он уже в просто поедет, два супер тоста. Я думаю, никто ничего круче за весь вечер не сможет уже сказать. Ты просто какой-то такой вот именно, знаешь, такое маленькое создание, а уже подключение какое-то совершенно другого уровня. Это корни. Это круто вообще. Или вы про это просто круглосуточно говорите, что вам не хватает этого. И она уже выучила это. Нет. Что ты такое сделал? Шапку одел? Да, шапку одел. Тебе холодно, да? Холодно. А, я тут камин не саду. Печки. А там есть такая вот, есть штучка, я ее помыл. Ты можешь на нее сесть, и она ближе будет. А ты кушать уже не хочешь? Тебе холодно? Давай. А ты знаешь, что там? Молодец. Ничего страшного. Ничего страшного. Серафим? Не-не-не. Да не парься штат, вообще. Там... Оно высохло. Вино штат, превратится в землю и станет цветами. Поиси. Иди. Так кто сказал? Понтий Пилат. Или кто там такой? Волан сказал. Там же был такой дедушка старый. Там кого-то за... Что? За... Меня. Я хочу дальше. Там будет у меня более слабо.
хорошо останетесь в семье. Кстати, сегодня ца волейбол, священник. Смотри, сын ненормального нашего друга, он никак не может понять, что ему в армянской общине ничего не светит, ничего не светит. Зачем же знать биться головой стенку? Биться головой стенку. Ну зачем биться головой стенку? Ну хотя бы на полчаса. Вот у тебя, вот у священника есть ты, есть твои дочки, милые, Артур есть, вот этот, который на Канарах жил. Это означает, что есть люди, с которыми можно общаться вне всяких общин. Ну, слушай, он ищет эту спутницу. Невозможно среди армян найти спутницу. А это же видно. Вы пришли на дискотеку. Может, это в правильном направлении он идет. Ты думаешь? Мне позвонил одноклассник моей мамы, Галуст, и сказал: слушай, скажи своему другу, потому что он видел этот танец, когда он стоял там лавка. Так он сказал, скажи своему другу, что если ему нравятся такие девушки, то ему нужно не к армянам ходить, а казахам. Иди казахам. Говорит, я был в Казахстане, там такие восточные девушки, да. Но совсем другие. Ну, казашки, ты всегда с ним не общался, наверное. Я общался. Ты был бы удивлен. Ну, это... О, там уже полный костер, слушай, уже. Это тепло. Давайте здесь шашлык жарить. Можно, кстати. А можно на улице жарить, я разгреб. На улице или здесь? Что предпочитаете? Так здесь же можно поставить вообще. Можно. Снять эту хитрую. Можно. Есть, причем приспособление для этого. У нас же вытяжка вот здесь. Да. Это... Чушь собачья надоела уже, которая здесь происходит. Да, тост ниже. Горькая и сладкая. А вот и в этом переплетении ее красота. А вот поэтому желаю, чтобы и в горести, и в сладости мы двигались дальше по жизни и познавали ее красоту. Благодарю. Мы с Сашей всегда беседуем на философские темы. Вот. И наши встречи в Житомире всегда проходят на уровне философии. На ваше здоровье, милые барышни. Почему эти прекрасные встречи не проходят на таком уровне? Вот у меня вопрос. Священник. Сколько я не пытаюсь. Он спит. Ну, так бывает. Просто у нас разные стили общения. Саша у нас более общий стиль общения. Ну, похоже. Я тебе, Саша, очень благодарен, что ты доехал. Таки доехал. О, пан Бернацкий, президент бывшего рок-клуба. Бывший президент бывшего рок-клуба. Заходи. Пан Бернацкий, прошу миловать и жаловать. Значит, музыкант. Тортик? Да, такой кусочек. Офигенно. Хорошо, пан Бернацкий, здесь чистый стаканчик. Так, добрый. Здоровый, за руку со всеми. Это Миша из Житомира. Это Саша из Житомира. Это Андрей из Житомира. Не все. А Ира из... Это священник, у него тоже день рождения. Он пьян. Это Паша. Паша, помнишь Пашу? Пашу, а чё ж не помню, Пашу? Что, думаю, что я уже совсем не имею памяти. А это Наира, она из Еревана. А тебе милые дочки. Иру не помню, да. Все, раздевайся, вешай. Знаешь, похож на два священника у вас. Он тот самый священник, который стал страшным типом. Да, это он. Это он легендарный священник. Прославившийся на Пасху. Страшное прославление. Человек Коршев дирижировал. Кто-то ему сказал, что я не знаю. Он же знаешь, что сделал? Он устроил страшную Пасху в деревне Казачанка. Страшную Пасху. А, да? Да. А, очень страшно. Лицо очень похоже. Издевайся. Ну, они, те священные кисти. Два. Да. Они там с соседнего села, де я родился, то я казав, може, да? ми, може, мій дід десь заходив, чи їхній дід. Українська православна села. Да, правильно. О, правильно. Ну. А село из Житомира, да? Типа, под Житомиром, да? Сирой? Ну, да, мы в Західній Україні. Горячая сирим не бывает. Львівська? Главное, чтобы крови не было. Если крови нету, то мясо уже хорошее. Она причем маринованная же была. Маринованная, она уже не может быть. Если свинина, то да, свинина лучше такую не есть. А курица... Все сохранится, как из истории. На всех телеканалах страны.
Ну что, пан Бернацкий, тогда вот я тебе вот... попал в круг журналистов, теперь все. Вот тебе, снимай свой кожух, вот тебе скамейка, вот тебе сейчас найдем вина. Какого ты нахуй почитаешь в это время в суток? У нас есть яблочное. Чуть-чуть, красное есть, нету. Красное? Нету. Самодельное. У нас все самодельное. Это все. Ну, капни, все... капни чуть, пару капель, капни. А капни? Где она курица? Ну, надо по чуть-чуть, надо так. Вот вешай там вешалку там. Я пью. Причем на большом. Я потом, если останется. Аккуратно. И сошел сок, она сошла сочная. Это же репа. Да, но соли нету. А, соли, да, соли нету. А он забывает соль, сахар. Мясо иногда забывает. Вы понимаете, что мы забывали? Это мое вино из винограда, извольте. Ты ж дал мне вот этого налить. Какого? А этого коньячка? Ладно, жалко, будь не открыт. Даже специалисты говорят, что волняшек должен быть гекеп из яны, тогда алмаз считает очень ценным. Это единственная купленная вещь. Не может быть идеальная, как бы, вещи. То есть должен быть какой-то изъян обязательно. Какой же, ну, обычно у него фирменный изъян это песок. Не чувствовал сегодня? Да, чувствовал? Пару раз было. Я, к счастью, мне сегодня повезло, первый день рождения, когда я песок на зубах ощутил. Подожди, а что вы не пробуете вот это? Это же перуанское блюдо народное. А, может, кайтипуское, подожди. Ну ладно. А что за перуанская? Что там? Ну это сейчас. Кати не будет его есть, Олег. Это мясо под этим. Она, в принципе, не дотрагивается ни к чему. Чему да. Олег. Ну блин, понимаешь, она прожила здесь 6 лет. Ну так она тут здесь убирала, готовила, понимаешь, сама. То есть она знала, какими руками она это делает. Она знала, из чего. Подожди, она... вообще на самом деле. Паша, ситуация несколько изменилась. Паша, открою тебе секрет один маленький. Когда мы жили с Кати, знаешь, что готовим? Но она же контролировала мытье рук и так далее, мытье рук и так далее. Ну к ней даже есть еще карта. Давайте пан Бернацкому чуть-чуть приснем. Не нравится. Кого же налили? А, пан Бернацкий, это тебе. Выпей чуть-чуть. Или может быть закуси еще-нибудь там, я не знаю. Сейчас пою, потом закушу. Я говорил, Игорь Губерман. Последняя из мне запомнившихся умных мыслей. Алкоголизм — лучшее лекарство от жизни. Застольная польская песенка. Польская? Но язык очень понятен. Я учу польский язык, кстати. Для всех славян, украинских, российских славян, очень понятно. На канарах, без поляков. Перевода. Хипов, все поляки. Ты бэш мав гитажу, то бэш на них жал. Оповедал бы о всей милости, кот шуб шежал сам. Оповедал... Я имею в виду, это неправду они добавляют. Супер. Слушай, пан Бернацкий, может, ты злобаешь? Ну какой смысл? Давайте послушаем пана Бернацкого. Давайте послушаем пана Бернацкого. Я не думаю, игру сначала. Которые стартуют, выбирают его голову. Я придумала! Это обычно еще как-то придумала, надо это уже окончательно. Это начальное остальное. Вот топ выбирает, например, количество просмотров, чем смотрит видео в топе.
Добавить ничего не надо? Нет, ничего добавить не будет, накручивают по сути, искусственным образом. Они накручивают, все, видео постоянно на самом деле. Есть минус попу? Город в дорожной петле, а над городом голоса, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет. Прожитых под светом звезды по имени Солнце. Тысячи лет война, война без особых причин, война дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два не цветы трава. Через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим. Ну что, Пармбинаски, вы скажете по поводу нашего праздника? Все будет хорошо. Шиско бенже, бенже добже? Бенже добже. Бенже добже. Вот, друзья, самое время вспомнить, что у нас с Сашей